В Магнитогорске проходят Дни Австрии. В рамках международного сотрудничества в МГТУ принимают иностранных гостей. В составе делегации референт Министерства образования и женщин Австрии, лектор и молодая писательница. В течение 2 дней они будут читать лекции и проводить мастер-классы. Сегодня состоялось торжественное открытие, на котором побывала и наша съемочная группа. Народная австрийская песня открывает международный проект. Небольшой концерт для иностранной делегации подготовили магнитогорские школьники и студенты. Дни Австрии в Магнитогорске проходят во второй раз. По словам организаторов, такая возможность в МГТУ появилась благодаря работе австрийского читального зала. Вообще в России существует всего 2 таких читальных зала. Это у нас и в Волгограде, и 4 австрийских библиотеки. Больше австрийцы такие проекты у нас не проводят. И поэтому в рамках работы австрийского читального зала мы имеем возможность привозить сюда деятели культуры, литературы австрийской и закупать ежегодно книги на очень крупные суммы. Коллекция библиотеки – более 500 экземпляров художественной и учебной литературы. В этом году закуплено еще на 1500 евро. 200 книг на немецком языке подарила Санкт-Петербургская библиотека. Иностранный язык – один из популярных в Магнитогорске. Его изучают в 25 школах города. Потому что немецкий – легкий язык. Ну, люблю немецкий. Третьеклассник Сергей Данилов – самый молодой участник литературного конкурса на немецком языке. Сегодня состоялось награждение. Екатерина написала размышления о своем любимом учителе и о том, почему она выбрала немецкий. Мои родственники жили в Германии, мне очень интересна их культура. Моя бабушка была переселена из Германии в Оренбургскую область. Сейчас по сей день там живет. Еще больше о языке, о родине великих музыкантов и композиторов расскажут иностранные гости в рамках международного сотрудничества. В составе иностранной делегации референт Министерства образования женщин Австрии Норберт Хабельт, лектор Андреас Курц и молодая писательница Анна Вайденхольцер. Анна Вайденхольцер, которая будет проводить мастер-класс по написанию, по литературному творчеству и читать из своего романа. Андреас Курц – это лектор, который сегодня работает в Москве. Он будет проводить мастер-класс по теме спорта и Австрия, а я лично буду проводить мастер-класс по страноведению Австрии. Лекции и мастер-классы ждут студентов и учителей в течение 2 дней. Однако организаторы и сами гости уверены, встречи еще будут, хотя бы раз в 2 года. Ольга Сухоплюева, Дмитрий Федотов, информационная служба медиагруппы «Знак».